Одна из центральных улиц города преобразится. На громобое затеяли масштабную реконструкцию. Дорога расширится, появится новая полоса движения в сторону проспекта Ленина. Работы ведут в рамках программы формирования комфортной городской среды. Изменения затронут лишь небольшой отрезок от дома Подкова до проспекта Ленина. Решено было добавить еще одну полосу для личного и общественного транспорта. Пришлось пожертвовать тротуаром на целых 3,5 метра. Впрочем, дискомфорт гражданам это вряд ли доставит. Пешеходная зона здесь довольно широкая. Это сделано будет для того, чтобы разгрузить, во-первых, перекресток. Почему? Потому что затруднено движение и прямо, и направо. Значит, очень часто здесь скопление машин и постоянные пробки. Подрядчик уже установил 3 новых опоры для контактных сетей, в том числе для троллейбусных проводов. Новое место у остановки общественного транспорта прямо у дома Подкова. Единственная проблема на этом участке дороги, которая, по всей видимости, так и останется нерешенной – отсутствие парковочных мест. Водители оставляют свое авто прямо на тротуаре. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.